Приветствую вас, мои дорогие друзья и подписчики и гости моего YouTube-канала, а также к страничке в Facebook, моей группе по продаже монет. Сегодня у нас такая вот коротенькая, я думаю, будет видео. Сегодня у нас представлены вашему вниманию монетки Малайзии. Сейчас их быстренько с вами рассмотрим, что же у нас сегодня есть к вашему вниманию. И у нас сегодня есть 1 сентим или 1 сент, я извиняюсь, 1 сент. Год здесь сейчас, где наш фокус. Что-то не хочет у нас фокус фокусироваться. Вот, у нас 2007 год. Банк Негара Малайзия. 1 сент. 2007 год. Гурт у нас гладкий. Здесь изображены барабан, наверное. Может там по их ему как-то другое изображение. Вот такая вот у нас прикольная монеточка. Ссылочка, как всегда, в описании. У меня их здесь 4 штуки разных годов. Есть 2000-й. Здесь еще и монетка с браком. Вот на этой вот монетке видно, что монетка еще и с браком. Кто-то у нас собирает браки. Такая вот у нас монеточка. Вот тоже 2000 год. Малайзия. Такая вот. И 1991 год. Такая вот интересная монетка. Прикольная такая нумерация. 1991. Вот. Такие вот у нас 1 сент малайзийские. Следующий у нас идет. Это у нас 1,5 сентов 1968 года. Медно-никелевый сплав. 5 сент 1968 года. Такая прекрасненькая монетка. Гурт у нас ребристый. Вот. Здесь вот такое изображение у нас. Ну, в принципе, такая прикольненькая монеточка. Может стать хорошим пополнением вашей коллекции. Если вас заинтересует, ссылочка в описании. Заходим в группу, ставим плюсик, монетка ваша. Если вы успеваете первую. Следующая наша монетка, это 5 сентов 1997 года, уже более новее. Гурт ребристый, материал медно-никелевый сплав. Здесь уже изображен такой вот. И то ли фонтан, то ли что-то такое вот. Ну, кто кого, какая мысль. Тем, кому интереснее, может быть, там в интернете посмотреть. Следующая наша кучка монет, это у нас 10 сентов. Медно-никелевый сплав. Сейчас на примере. Ну вот у меня разные вот они. Ну как разные, они одинаковые, только разных годов. Ну, на примере этой у нас здесь 2006 год. Негара Малайзия банк. 10 сент. 2006 год. Гурт у нас ребристый. И такое вот у нас изображение на аверсе монеты. Вот здесь у нас есть так же сама монетка, и тоже 2006 год, в принципе. Здесь у нас в более таком хуже состоянии монетка 1997 год. Здесь у нас 2006 опять же год в блеске. И последняя монетка у нас 2002 год, 2002. Тоже такая интересная номеровка этих вот монет. Дальше у нас следующая у нас монетка, тоже 10 сент. Год у нас 1967. Они, в принципе, отличаются. Гурт ребристый. Здесь у нас изображен городская достопримечательность. Вот. Гурт ребристый, медно-никелевый сплав. Такая вот монетка по сравнению с этим. Они, в принципе, отличаются. Видно и так. Так. Ну, а следующее, это уже 20 сентов. 1973 год. Малайзия. Гурт ребристый. Тоже такое вот изображение. Медно-никелевый сплав.
Вот 1973. Такая вот прекрасненькая монеточка. Ссылочка в группе. Под видео на группу. Можете перейти и заказать. Так, дальше у нас 20 сеню 2005 года. Банк Ниагар, Малайзия. 20 сен. Вот. Здесь у нас уже изображение такого вот сундука, наверное. С всякими, наверное, продуктами, прянищами. Такая вот прекрасненькая, красивенькая монетка. Вот. Ну, в принципе, у нас вышло такое вот сегодня коротенькое видео. На этом будем закругляться. Всем, кто не подписался, подписываемся. Кто хочет писать комментарии, пишем. Мне интересно. Всем пока, до новых встреч, ждем новых видео. Не забываем зайти в группу Facebook. Всем пока.